Под колесами тяжелых внедорожников песчаные пляжи постепенно теряют свой облик. Причина появления автомобилей на берегу – обычная лень. Рыбакам не хочется проходить лишние метры со снаряжением. Только за прошедшую неделю сотрудниками муниципального контроля были зафиксированы более 10 автомобилей на побережье. Рыболовам и отдыхающим сотрудники муниципального контроля сообщают, что они нарушили требования Водного кодекса о запретах на проезд и стоянку автомобиля в границах водоохранной зоны. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей для граждан, от 8 до 12 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. По всем выявленным фактам материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру.